Откроем торец, в который установлена торцевая форточка, на примере теплицы павильон. Собрали торец, прикрутили форточку. Первое — это установили макушку. Все, ставим ее на пол трубы. Сразу одеваем торцевой профиль. Далее от дверного поликарбоната отрезаем нижнюю часть. Можно по месту, можно с помощью рулетки. Все, и прикручиваем ее под форточкой. Сразу одеваем торцевой профиль. Закрепляем левую и правую половинку поликарбоната. Вырезаем по форме. Там, где идут шарниры у форточки, поликарбонат крепится на всю трубу, то есть за подлицом с краем стойки. Противоположная сторона крепится на пол трубы. Чтобы было куда ложиться на хлёсту у форточки. Все, осталось это дело прокрутить, одеть торцевой профиль снизу и резиновый уплотнитель сверху. Это что касается павильона. На других теплицах принцип тот же. Все, листы поликарбоната прокрутили. Сверху установлен резиновый торцевой уплотнитель. По бокам будет декоративный уголок, поэтому торцевика резинового нет. Смотрим внимательно, что на какие саморезы прикручено. Принцип у всех теплиц у наших одинаковый. Листы крепятся по одному и тому же принципу, независимо от формы. Все, различие то, что у нас происходит по краям. То есть это капля и арочные теплицы. Устанавливается резиновый торцевой уплотнитель, такой же, как вот тут сверху. Легенда. Его в принципе не ставится, потому что там все в декоративных уголках. Центральная часть абсолютно одинакова у всех теплиц. И нам останется обшить форточку поликарбонатом. Но это все будет удобнее делать тогда, когда мы торец прикрутим к каркасу, зафиксируем его на основании, чтобы он, так сказать, занял свое место. И все, мы врежем замок. Ну как врежем, просто прикрутить на саморезы надо, отрегулировать. И то, что у нас осталось с нижней части, кусок поликарбоната вот с этой вот части, то, что мы отрезали, по размерам подгоняем под форточку, так чтобы, опа, сейчас, чтобы он везде лег также на пол трубы с небольшим зазором до торцевого полика, где-то пол сантиметра, чтобы все это было аккуратно и красиво. Так, и все, вот у нас последняя стадия, связанная с форточкой. Это мы вырезали поликарбонат из того вот куска, про который я говорил, который остался с нижней части. То есть можно это все делать рулеткой, конечно. Но я уже привык делать на весу, то есть приложили, приложил, посмотрел, чтобы зазорчик тут, ну, не больше сантиметра, иначе уж сильно будет некрасиво. Зафиксировал и по сути раз срезал. Все. Это мы ширину отрегулировали. Дальше прикладываю его так, чтобы тут тоже где-то, ну, не больше сантиметра между уголком. Вот эта вот щель была. Фиксируем одной рукой, другой рукой наживляем вот эти вот два самореза. Все, он зафиксирован. Все, что лишнее, вот тут вот срезаем. Клеим ленту, одеваем профиля сверху, снизу. Все, и остается только прокрутить термошайбами, установить замок, ручку, петельку под крючок, сам крючок.
И с обратной стороны вот такую штуку. При необходимости ее можно вот так вот подогнуть специально, чтобы когда будете поворачивать вертушок, форточка плотнее прижималась. То есть вот он заходит легко, начинаю поворачивать, форточка раз, притянулась. Все, торец с торцевой форточкой готов. Еще раз внимательно, где какие саморезы используются. Все красиво и аккуратно.